Как правильно и экологично мы жили, оказывается, всего лишь в конце 80-х. Помните стеклянную тару? Так вот, в Советском Союзе ее было принято сдавать. В 90-е над этим смеялись, а теперь просвещенные европейцы вдруг говорят, а это ведь и правда работает, так будет меньше мусора. А вот еще одна история – целлофановый пакет. Когда-то модные за ним действительно гонялись по всему Советскому Союзу, а сегодня мусор. Вот что правильно – крафт-бумага. А ведь именно в такую упаковку в Советском Союзе упаковывались конфеты, да и, в принципе, все продукты. Так что частичный возврат к старому, только действительно с новой парадигмой, немножко переосмыслив происходящее. Вот об этом и говорила экологическая палата и общественники Ульяновска, обсуждая послание президента страны.